Российский аэропорт штурмовали пропалестинские протестующие. Под таким названием на канале The Times and the Sunday Times появилось это видео с описанием этого видео. Авиационному управлению России пришлось отклонить рейсы из аэропорта на юге страны после того, как разъяренная толпа штурмовала взлетно-посадочную полосу, чтобы перехватить пассажирский самолет, прилетевший из Израиля. Сотни людей собрались в аэропорту Махачкалы в дагестанском регионе, где преобладают мусульмане, узнав о приземлении самолета из Тель-Авива. Куда идти? Куда идти? Они все нам сейчас.